Всем привет! Продолжаем проходить Сталкера Чистое Небо. Мы сейчас на базе Свободы. Бежим к бармену получать бабки за выполненные задания. Что мы получили? Мы получили 16 тысяч, так как мы базу долго захватили. 16 800 получили глушитель. Получили нашу любимую винтовку СВД М2, патроны, волки, экзоскелет свободы. Я и совсем заходи забыл, на следующей неделе. Это обещает дает такую дурь подвести при захвате базы. Но СВД М2 у нас уже есть, как бы. Экзоскелет — это вещь нужная. Мы его оставим. Но вот винтовку бы мы хотели бы другую. Ну да ладно. Тоже нормально, да? Захват базы. Давай, экзу мы, наверное. Лагерь на болоте. Какой лагерь на болоте? Нет, это болото, это не к нам. А, задание отменено. Ладно, все понятно. В общем, выкладывай. В общем, нам нужно сейчас сходить к торговцу и посмотреть, есть ли укороченная снайперская винтовка в продаже. Если нет, это плохо. О, у нас тут сколько всего. Вогов у нас. Сколько у нас сейчас вогов? Так. Сейчас мы все скинем, посмотрим. 39 вогов, отлично. У нас прокачанный винтарь. Гром не совсем прокачанный. Винтовка. Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет тебе спину винтовка, и поделится последним куском хлеба. Волкер. Нам он нафиг не нужен. Глушитель. О, глушитель на волкер. О, оставим такой, пригодится. Сталкеров втихаря убивать. Ну, пусть будет. И 200 патронов к нему. Так, 450 патронов у нас. На винтовку. Бронебойные патроны 250 на калаш. 20 водки. Кому водку продать, а? Блин, ужас. Что, мне с ней бегать? Да, нормально у нас. В принципе, вооружение. Там клей для здоровья полезный. А что скажешь, брат? Что, тебе нужно помочь чем? Восьмикратный оптический... А, знаю я, где это. Это в конце этой локации, где мы лазили за артефактом в жарку, там разрез был. Там восьмикратный оптический прицел. Пошел ты нафиг, не полезу туда. Мне нужно найти свободу с короткой винтовкой. Что скажешь, брат? Блин, у всех длинный, зараза. Может быть, в продаже она будет? А если продажи не будет? Я с длинной не хочу идти дальше. Это вообще ну, неинтересно. Здорово, приятель! Ай, молодец! Ай, так, обманул Ашота! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? Это плохо. Купим патронов немножко. Короткая винтовка нам нужна. Если у свободовцев ее нет, где ее искать, блин? Плохо это. Так, даже не знаю, что делать, прям в ступоре. Обычно, блин, после взятия всех баз там в продаже появляется все, и даже эта винтовка. Но в этот раз ее почему-то нет. Странно. Ну-ка давай-ка пробежимся по всем. Блин, ни у кого нет. В основном это фигня, но это фигня. Вот нам СИГ давали. Блин, а я взял его, продал, надо было оставить, сейчас бы его прокачал. СИГ прям прикольно. Ну рассказывай, я весь внимание. Да, СИГ классный, но, блин, его дают только при прохождении. Так его фиг купишь. Хотя, блин, раньше можно было купить. Но тут игра, в принципе, с интеллектом, хоть с небольшим. И тут в зависимости от того, как ты проходишь игру, такое оружие тебе дает. Блин, у всех длинная винтовка. Раньше можно было короткую надо. Что скажешь, брат? У всех длинные, да, фигово. Так, ну что нам тогда делать? Ну рассказывай, я весь внимание. Мы можем, конечно, с длинной идти, но, блин, ну это неинтересно с длинной.
Это вообще не интересно. Нам нужно короткая винтовка. В общем, выкладывай. Так, у вас, чуваки, какая винтовка? Так, у тебя... У тебя калаш вообще? Так. Что скажешь, брат? Ладно. Ну, не успокоимся, мы рано или поздно все равно найдем. Что скажешь, брат? Тогда мы делаем так. Как так? Так, надо вот куда тут скинуть. Зона дарит тебе возможность приблизиться к лучшему из сталкерских кланов. Не упускай свой шанс. Так, что мы с тобой возьмем? Давай возьмем вот эту хуйню. Думаю, пора сходить в гости к долгу. А какой у нее патрон? 9.39, а у меня фига, у меня его нету. У меня вообще пусто. А, ну мы же сейчас пойдем за патронами, значит, это мы скидываем. Вот так вот возьмем чуть-чуть. Ага. Колбаску одну на дорогу покушать. Все, идем на барахолку. Сейчас ночь, сейчас там торговец проснулся, который торгует бронебойными патронами. И вчера тоже подозрительные. И завтра 100% еще подозрительные. Вот мы теперь отсюда можем сразу пойти на Негропром. Потому что там сейчас наши стоят. То есть мы сейчас куда хочешь можем идти. Вот барахолка. Пойдем на барахолку. Так, вот мы на барахолке, на этом видео мы, наверное, завершим запись нашего видео, потому что дальше будет все интереснее и интереснее. На этом пока все. До встречи.